эфире обзор 46-го номера независимой общественно-политической газеты «Кто о чем» за 4 декабря 2013 года. Скифы, сарматы, гунны и славяне. Что общего между русским языком и санскритом? 12 декабря – день Конституции и день, когда примут граждан. Один день в году. Взгляд на историю через краеведческие чтения. Коррупция, эра зоологии. Кто и почему берет? Чтобы женщина не морщилась, ее нужно чаще гладить. Короткие смешные истории в рубрике «Улыбайтесь». Географ «Глобус Пропил» с Константином Хабенским. Смотрите в кинотеатре «Мирный». Рассказ «Мышеловка» от Константина Шитова. Телепрограмма. Бесплатные объявления и реклама. Сканворд и гороскоп на будущую неделю. В свежем номере газеты «Кто о чем?».